Привет, мои хорошие. Давно меня просили снять DIY вот с этой бутылочкой из фикс-прайса. Также у меня есть наклеечки из фикс-прайса и вот такие вот. В фикс-прайсе, в принципе, тоже можно купить, но это не из фикс-прайса. Стразики, это другие я купила тоже там на рынке на одном. В общем, у меня есть какая-то идея. Хочу вместе с вами сейчас попробовать посмотреть, что получится. Если интересно, оставайтесь со мной. Так, теперь берем наклейки из Fix Price. Знаете, я вот разные перекладывала наклеечки, думала, что же сделать. Мне кажется, сюда подошли бы вот такие наклейки розовые, да, ну вот такая какая-то надпись, да, прикольно было бы, и бабочки сюда подошли. Но я решила это оставить, кстати, на другой DIY, тоже со стаканами, я вам покажу. А сюда я решила сделать вот что-то вот из этого. Мне хочется очень сделать надпись какую-то. Может быть, сзади печать. Давайте попробуем. Хорошо, что эти наклеечки прозрачные, что можно видеть также деления, все эти, которые были. В общем, вот такая вот получилась у нас баночка. Очень быстро и легко. Гламурная прям вообще, да? Можно, кстати, еще полоску сделать такую по низу. Ты как думаешь, мам, по низу такую полоску еще пустить? Можно? Вообще будет очень круто, да? Ну вот, смотрите, что у нас получилось. Ну, правда, она прелестная, клевая. Не знаю, что здесь написано, правда. Печать, фирма, стразы. Это, короче, настоящая бутылка для супер-мега блондинки, как я, фирмовая. В общем, будет вот так выглядеть. Я такая еду. Клево, да? Клевая. Пишите идеи, кто что-то такое сделал, обязательно присылайте мне фотографии, мне очень приятно будет ВКонтакте, вот, кто тоже придумал что-то вот с наклеечками и с фикс-прайса, со стразиками, вы тоже можете их найти в фикс-прайсе, стразики эти. В общем, такая клевая штука. В общем, ставьте лайки, пишите в комментарии, подписывайтесь на канал, мы с вами увидимся в следующем видео, пока-пока.